Если ты ищешь, где можно купить Майнкрафт за 30 рублей, я тебе рекомендую свой личный магазин игр. За каждую покупку ты получаешь гарантию, а также бонус лично от меня в виде росписи ВКонтакте. Спрашиваешь, какой самый дешевый магазин с Майнкрафтом? Уверяю, это tunkastore.com. Введи промокод TUNKA10 и получи еще больше скидки. Уф. Ссылка в описании. И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Тумка, и со мной сегодня Непикс. Непикс, поздоровайся скорей. Привет. Нифига себе, ты долго здоровался. В общем-то, ребята, добро пожаловать на новый офигенный ролик по Майнкрафту. Почему он офигенный и что мы делаем вообще в одиночке? Суть этого ролика в том, что мы с Непиксом сегодня будем воевать на расстоянии. То есть мы будем находиться в тысячи-тысячи километров друг от друга, но при этом будет у нас бой. Итак, как этот бой будет происходить? Смотрите, я сейчас нажму на одну команду, и нас телепортируют на рандомные координаты. А сразу же после этого, каждых 30-60 секунд... Нас будет телепортировать друг к другу. В общем, вы все это поймете. Скажу вам сразу, эта идея очень интересная, поэтому запаситесь чайком, вам это точно понравится. Но для начала, Непикс, надо кое-что очень важное сделать. Ты же понимаешь, да? Объясни людям, которые не поняли. Подписка! Лайк! А, нифига себе, почему так больно? Подпишитесь, ребята, и на мой канал, и на канал Непикса, если, конечно, вам нравятся наши ролики, а также меня почему-то сильно колбасит. Это знак того, что надо, пора бы уже начинать. Непикс, ты готов? Да! Все, ребята, мы надеемся, что вы уже поставили лайк, и мы приступаем к этому ролику. 3, 2, 1. И все, нас телепортирует. Опа, меня уже куда-то телепортировало. Так, ты где? А, биом какой-то, я понять не могу. Чё? Я тоже не... я одновременно... Биом какой-то, ничего себе, блин, да, открыл мне Америку, конечно, биом какой-то. Но я вместо того, чтобы скопать дерево, я вскопал кактус. Я не знаю, зачем тебе кактус? Я... все, я знаю зачем. Я как нормальный человек копаю дерево. Кстати, ребята, как вы видите, над инвентарями у нас написаны зеленые надписи. Ты их видишь? Да. На числе от 25 до 60 примерно нас телепортируют, короче. Видишь, уже надпись изменилась на желтую, значит нас скоро уже телепортируют. Но мы не знаем, когда это произойдет. Смотри, ты сейчас телепортируешься и встанешь на кактус. Зачем? Не надо так, блин, нифига себе, кстати, креативно, должен сказать. Но тем временем я сделал. А, нас телепортировало. Меня прямо на кактусе телепортировало. Я это и планировал. Я тут вижу твое полусрубленное дерево, я его, пожалуй, добуду уже, раз ты начал его рубить. Суть в том, ребята, как мы уже вам сказали, что мы должны тем самым убить друг друга. И вы спросите, как это сделать, мы же даже не видимся. Так вот, Непикс только что вам показал то, что он мог меня телепортировать на кактусы, и я бы потерял пол хп, например. А, кстати, ребята, я уже придумал офигенную тактику, как я могу победить. Поэтому сейчас вы посмотрите, я вам покажу эту офигительную тактику, как убить Непикса. Пока что я хочу немного добыть себе еды. А что не телепортирует, алё? А, не знаю, почему не телепортирует, но мне замечательно, потому что я тут еды себе собираю. Я соберу ее, пока Непикс ее не собрал. Так, корова. Ай! Меня в воду телепортировал, в смысле? Я это и планировал опять. Ты меня утопить решил. Вы посмотрите, как он пытается меня убить. Но я знаю одно, чувак. Тут выиграет тот, у кого будет самая крутая тактика. Потому что здесь реально решает тактика. Знал бы ты, как у меня река трясется. Река, рука. Река трясется, классно. Ребят, ставьте лайк, если у вас река трясется. А что нас не телепортирует? Я уж тут запланировал. Ай! Что? Мне телепортирует? Ой, там шахта? О, офигеть, ты мне шахту нашел, чувак, спасибо. А, вообще-то это было не шахта. Уголек не нашел, спасибо. В шахту? Ты в шахту попал? Да. Ребят, вы просто посмотрите, что я сейчас делаю. Я сейчас, короче, вот такую тему придумал. А главное, что я сейчас поднимусь туда наверх и посмотрим. А главное, что мне получится страшно. Ли реализовать мою идею. Так, ну-ка, вот так и вот так. Смотрите, я не знаю, если это получится, но так, ты упал? Нет, я прям на краю встал. Ты мне подготовил, значит, зомби, чтобы он меня убил, да? Сейчас ты доиграешь. О, отлично, я нашел железо, чувак. Так, надо быстро добыть железо, пока нас не телепортировало. Ребята, если вам нравится выживание по типу этого, где мы соревнуемся на то, кто кого убьет на расстоянии, то, пожалуйста, поставьте лайк этому ролику, потому что я именно по лайкам определяю то, насколько сильно вам нравится та или иная рубрика. Так, пожалуй, в печку я заберу с собой, потому что скоро нас должно телепортировать. Я железо нашел! Офигеть, не добывай его, не добывай его, подожди. О, отлично! Я добуду твое железо! Скотина! Замечательно, я добыл два твоих железа, чувак, спасибо тебе. Ладно, хорошо, ребята, просто смотрите, что я делаю, ребят, просто смотрите. Мне интересно, как сильно тебе понравится моя местность, когда ты ко мне телепортируешься. Ты мне построил там испытания, да? Не-не-не, какие испытания? Ни в коем случае. А я стою на булыжнике, Ах, засранец. Я вижу свет в конце тоннеля, ура! Офигенная погода. Стоп, обратно зарезаем быстро. Чувак, там мобы, ни в коем случае не выходи на улицу, ладно? Тихо, ты каких мне скелетов сюда запустил, чувак, у меня и так полсердечка. Ребят, вы видите это? Уже не видите, у меня чанка не погружается. А что там? Что там было? Телепортируйте меня скорее, пожалуйста, телепортируйте. Да. Есть, я украду твое железо.
я украл тупо все твое железо и еще и деревню пойду золотая. Быстрее, быстрее, быстрее. Тупо быстрее золотая деревню надо. Я даже то железо не успел взять, я хотел специально. Офигеть, тут целая деревня. Тихо, тихо, тихо. Ты ничего не получишь. Кровать забираю. Так, надо успеть украсть как можно больше всего. Нет, нет, меня телепортировало. Блин, я не успел ничего сделать. Смотрите, ребят, как удобно. Я тупо загриферил его. У меня было 6 железа, сейчас у меня 15. Там скелет, блин, дежурит меня. Я даже выбраться отсюда не могу. Иди в баню. Так, смотри, смотри, такой ломай блок. Опа, я тебе кроватку поставил, чтобы ты пришел, чтобы тебе было уютно здесь находиться, потому что мне здесь делать нечего. Так, главное, сейчас успеть курятину забрать. Отлично, сырую говядину еще перепалаем. Все, тут и стоим. Блин, я сырую говядину. Эй, не понял, что произошло. Опа, я вижу цель, ребята, я вижу цель. Отлично, наконец-то настал этот момент, когда я вижу цель. Так, окей, мне нужен верстак, у меня здесь нет дерева совсем. Ай-яй-яй, больно, вторая больно, больно. Так, стой, стой. Слышь, у меня инвентарь уже полон. У меня инвентарь уже... Хватит гореть! Я умер! Капец. Вот это уже не говори! Ясно, понятно, кажись, у меня начинается новое выживание. Так, дайте мне, блин, дерево добыть, мелкие зомби. Блин, местность тут, конечно, такая себе, но вообще у меня есть одна очень интересная идея. Смотрите, я сейчас делаю вот так вот. Так, надо теперь сделать вот так. Отлично, сделал. Так, 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 давай уже телепортируй меня уже скорее. Я не слышу стук клавиатуры, значит, она успела исчезнуть. Так, я, кажется, придумал одну офигенную фишку, ребят. Просто смотрите, что я придумал. Чувак, ты будешь в шоке, реально. Надо сделать вот так, ага. О, ты мне печку оставил, спасибо. Ты задолбал меня возле... В смысле? А, у меня лут, я не успел подобрать. Какой ты лут не успел подобрать? Печку, я ее сломал. Да, я знаю, я же только что сам ее взял. Я знаю, что у него там рядом лава, поэтому я буду тупо на шифте это все делать. В смысле, я убежал, уже еще железо нужно, мне не достать. Так, аккуратно, без резких движений. Кстати, я могу себе уже броню скрафтить из кожи. В смысле, я в лаве горю? Чего? Я упал прямо в лаву. Как подожди, ты так сгорел сделал, или прям... живой еще? Нет, я сгорел. А как ты так сделал, то что я прям появился в лаве? Я, знаешь, можно уже посчитать в ролике. Пишите в комментарии, сколько раз я сделал, блин, печку. Я не знаю, сколько ты раз сделал печку, но у меня есть один план. У тебя есть план? Значит, я сижу. Понял. Я тебя понял, я тебя понял. Ой, смотри, тут такой удобный трамплин. Сейчас, подожди. И... Есть, фух, в воду попал, отлично, я живой. Идем исследовать мир, посмотрим, что здесь такого интересного у нас есть. Так, ты куда это меня телепортировал? Есть! Тварь! Сработало! Как тебе ловушечка? А теперь бы еще знать, где ты, чтобы вещи забрать. Знать бы, где я так... Блин. Ой, блин, меня в каком-то дурацком болоте заспавнило. Окей, значит, я примерно догадываюсь, где ты все-таки сделал мне... Булыжник. Мне нужно сейчас найти эту линию. Надеюсь, что ты не найдешь эти вещи. Может... Опа, я нашел твои вещи все. Серьезно? Да. Отлично. Я только их нашел, и меня сразу телепортировало. Так. Ты еще не хочешь поднять белый флаг, чтобы сдаться? Кирка, наконец-то. Моими трудами, поэтому не переноси этот труд на себя. Ты меня на моей же ловушке, что ли, убил? Да, я тебя на твоей же ловушке убил. Ты куда от меня телепортировал? Тихо, не упади, банка. И что ты мне здесь прикажешь делать? Слушай, а ты этот, сколько лет в Майнкрафт играешь? Много очень, больше 8, наверное. Нифига себе, так же, как я, значит. Неплохо, неплохо. Только это было бессмысленно, братан. У меня все равно ничего не было. Подожди, пока что ты меня убил 2 раза, я тебя убил 2 раза, правильно? Да. Теперь решает тот, кто умрет еще 1 раз. Итак, посмотрим, кто затащит. Ставки на спорт, да? Делаем ставки, я ставлю 25 рублей на себя. Я тебе факелок еще поставлю, чтобы тебе не так одиноко здесь было. Вот это обидно было, ну. О, найс. А, нет, не найс. Чего ты там нашел уже? Я просто думаю, как бы тебе так мягко так шею свернуть. А, мягко шею, нифига себе. А то, блин, послушают, прикинь. Так, хорошо. Я же Алиса. Ты понимаешь, что каждый раз это быстро... Я тебя даже, я даже ступель-то лестницу не ставил. Я просто тебе один блок сделал, чтобы ты записал выживание на одном блоке булыжника. У меня так уже выживание на одном блоке, чувак, а два чувак, выживания. Ты меня убил 2 раза подряд, я тебя убил 3 раза подряд. В итоге я тебя победил. Ты понимаешь то, что я тупо закомбэчил? У нас было 2-0 счет, я с 2-0 перевел на 3, на 2-3. Когда человеку нечего сказать. Знаешь, у меня там еда под дверью, я пойду возьму. Ну и в общем-то, ребята, итог этой серии таков. Я победил со счетом 3-2 этого ютубера Непикса. Смотри, я беру факел. Поджигайся! Ребята, подписывайтесь на наши оба канала. На канал Непикса будет ссылочка в описании. Обязательно подписывайтесь, а также ставьте нам лайки. В общем-то, если вам понравилось это выживание, то напишите нам об этом в комментариях, чтобы мы продолжали. Конечно же, лайки, подписки и на по лицу. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Чайоку. Пока. Пока, ребят.